Польши, верховенство права является важным элементом развития общества. Каждое общество самостоятельно выбирает ту или иную систему управления. Для этого должны создаться все необходимые условия для политических партий, чтобы они свободно приняли участие в политической жизни государства. На сегодняшний день политические партии свободно функционируют в Таджикистане. Для реализации своих программ для политических партий в Таджикистане созданы все условия. Мы, таджики, проживающие в Казахстане, приветствуем деятельность всех политических партий, которые на законном основании функционируют на территории Таджикистана. А те группировки, которые прикрывают под названием различием и, конечно, непонятным для нас организаций, типа Паймон, группа 24 и другие, ведут свою работу противозаконно. Тем самым создают угрозу мира и стабильность не только в Таджикистане, но и в регионе. Почти как я неделю участвовал в работе этого форума, мне стало ясно, по чьей команде работают эти мелкие бандитские группировки, типа Паймон, группа 24, и их руководитель, глава террористической организации партии «Исламское возрождение». Поэтому наша рекомендация по сегодняшней теме – необходимо предпринимать меры, чтобы эти мелкие бандитские террористические организации типа Паймон, партия «Исламское возрождение» и группа 24 не воспользовались международным трибуном для лоббирования своих корыстных целей. Спасибо за внимание. Спасибо. And I would like to remind